главного тренера команды вручить Акиму области Мухамбетову Акимеду Бегижановичу золотую медаль обладателя Суперкубка Республики Казахстан. Как складывался сезон, я сам знаю. Практически вся команда переболела коронавирусом. Несмотря на тяжелую ситуацию, проявили мужество, особенно благодаря главному тренеру Григорию Константиновичу, который правильно сумел выйти из сложной ситуации в прошлом году. Хотел бы вам сказать огромное спасибо за то, что вы нас поддерживали на протяжении всего сезона. По известным всем причинам вы не могли присутствовать на трибунах. Нам вас очень не хватало, но мы ощущали вашу поддержку. Я много получал писем в Инстаграм, и кто знает мой телефон, и телефон. Вплоть до того, что кто-то там рекомендовал, даже назначал суда, рекомендовал свой состав. Ну, то есть это говорит о том, что вы истинные болельщики, что вы живете командой. За это вам огромное спасибо. Спасибо всего нашего коллектива. Отдельное спасибо, хочу сказать, и Акиму области, Акиму Бегижановичу за такую поддержку, в такое непростое время, столько внимания уделять спорту. Это, конечно, дорого стоит. Огромное вам спасибо от всей команды.